Государственной фельдъегерской службе России исполнилось 220 лет. Ее появление и развитие тесно связано с увеличением государственного аппарата и усилением централизованного государства. Основу возникновения военно-курьерской правительственной связи заложил Петр I в 1722 году. Служба была уникальна тем, что первая в России получила спецсигнал. Указом императора Николая I от 1834 года для фельдъегерских троек была установлена езда с колокольчиком, который крепился под дугу коренной лошади. Организация и развитие фельдшерской фельдъегерской службы в Якутии неразрывно связана со строительством и становлением молодой республики. И сегодня в Якутске на торжественном собрании лучшие сотрудники получили государственные награды. Государственная система совершенствовалась техника, но принцип работы фельдъегерской службы оставался неизменным. Корреспонденция доставляется в установленные сроки и с гарантированной сохранностью. За период своего существования сотрудники принимают участие во всех проводимых в стране важнейших общественно-политических мероприятиях, тесно взаимодействуют с силовыми структурами и успешно решают возложенные на них задачи.